Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами посмотрим реплейчик на бой на Бабахе, на довольно-таки существенный урон по результатам боя, и за рулем нашей розовой Бабахи психопатка. Реальная психопатка, но не просто по жизни, а по никнейму. И ее розовая машина выдает себя, показывая всем, что за рулем девчонка. И эта девчонка делает свой первый выстрел сейчас, и с помощью второй Бабахи в команде сразу выносят вражескую ФВ. Вынесли, и слава богу, минус один ствол, который мог бы кинуть как минимум косарь, а то и два косаря урона, даже если сделает там два, максимум три выстрела. Дальше наша психопатка никуда не уезжает, стоит на месте, делает еще один шот, забывая по поводу того, что убитая бабаха уже перекрывает обзор, но такое порой бывает, и действительно через все наши заросли порой очень сложно рассмотреть, где там что находится. Решает переключиться на голдовые снаряды, понимая, что есть вероятность того, что не пробьет, ну и соответственно закидывает в ВЗ-шку 120-ю 438 единиц урона, половину в принципе от своего базового урона, но зато гарантированно. И решает подвинуться немножечко ближе для того, чтобы выцелить ФВ-215Б. Но та уходит из-за света, и наша героиня продолжает стоять на месте, ожидая следующую жертву, в которую можно кинуть урон. Она не едет на передовую, явно понимая, что бабаха это не та машина, на которой на передовой им стоит стоять, поскольку подвижности нет, полная картонность, время перезарядки просто огромное, ну и не совсем точное орудие. Справедливости ради стоит заметить, что она играет аккуратно, но понимает необходимость сближения и придерживания дистанции. Как вы будете смотреть дальше по бою, она в принципе в бой вперед так и не поехала до определенного момента, до момента, пока не поняла, что действительно пора идти вперед, пора идти на продавливание. Она видит Е-сотого, думает, что товарищ пытается перезарядиться, но по факту Е-сотый просто уснул. И в попытке набить как можно больше урона, в то же время продолжая немножечко мансить вперед-назад для того, чтобы не попасть под Е-сотого под раздачу, она стоит дальше за зданием и видит БЦ-25Т, который приехал поохотиться на ее союзника. Она бросает Е-сотого, понимая, что лучше добрать БЦ-шку, которая живая и может дело натворить своим барабаном. Ну, соответственно, забирает его в ангар, ну и дальше пытается поживиться тем уроном, который она может набрать со спящего союзника. Мне, кстати, очень нравится ее вот этот вот обвесик-выскочка, но не тем, что он прикольно смотрится на машине, а тем, что я давно хотел посоветовать разработчикам доработать его немножко, и в случае непробития, чтобы выскакивал не указательный палец, а выскакивал средний палец, такой типа показывающий: нет, братка, ты меня не пробил. Особенно на бабахе это классно бы смотрелось, потому что машина полностью картонная, и когда ее не пробиваешь, ты сам удивляешься этому. Подъезжает к ФВ-215Б, переключается на голду, и закидывает ни много ни мало целых 1440 единиц урона. И таким образом на счету уже 5500. Просыпается Е-сотый, дает тычку. И эту тычку он давно мог дать ей, если бы он изначально был не спящим, но здесь нашей героине повезло. Она подъезжает к Е-сотому, понимая, что Е-сотый однозначно ее не разберет в ноль, и понимая, что она вынесет его в ангар однозначно, главное нижний бронелист выцелить. И таким образом закидывает 6142 единицы урона. Классный бой с хорошими результатами, и я бы пожелал всем, кто играет на бабахе, именно таких результатов по вашим боям. Ну, просто потому что больше двух выстрелов на бабахе сделать — это уже крутой результат. Знак классности первой степени. Понятное дело, что первое место в команде по урону и довольно-таки некислое количество серебра с учетом того, что получила медальку. Поздравляю нашу психопатку с победой. Ну и желаю ей как можно больше таких побед. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!